Всем привет, с вами Джейкоб, и у меня сегодня для вас небольшая хорошая новость. Дело в том, что я наконец-то открыл свой небольшой проект, а точнее Minecraft сервер. Возможно, многие из вас помнят, что больше года назад, где-то так в октябре 2014 года, у меня также был небольшой проект совместно с Феликсером, но, к сожалению, что-то там, он просуществовал несколько месяцев. То ли 2 месяца, то ли 2,5, может даже меньше, я уже даже точно не припомню. И потом что-то мы заморочились, закрыли его. Феликсер хотел сделать собственный лаунчер с модами, но что-то там закрутились, завертелись. В итоге, можно сказать, закопали этот проект. Вот, и поэтому я решил создать свой собственный проект, а точнее Minecraft сервер. Вот, создал я его буквально вчера, ну, на тот момент, когда я выложу это видео, это будет уже не вчера, но в любом случае, только недавно создал, как-то все навалилось, можно сказать, и сам не знаю почему, что-то так вот решил создать собственный небольшой проект, а именно Minecraft сервер. В принципе, честно говоря, всегда мечтал иметь небольшой Minecraft сервер, на котором смогут играть игроки. Вот, естественно, сервер поставил на хостинг буквально вот вчера, и уже успел построить небольшой уютный спаун. Возможно, я его заменю на другой. Вот. И не знаю, вот. Пока что этот устраивает. Вот. Ну и, собственно, называется этот сервер GC World. Типа мир Джейкоба, что-то в этом роде. Особо не было фантазии придумывать более сложное название. Так. Извини, чувак, но я записываю видос, поэтому не смогу с тобой пообщаться. Вот, и вот такие вот дела. В общем-то, пока что здесь особо ничего большого там слишком нету. Да, версия 1.7.2, такая стабильная версия. Ну, по крайней мере, мне так кажется, так как на этой версии уже много модов есть, много плагинов. Она уже немножко успела устареть. Вот, и самое главное, что нету особых багов, как в более новых версиях. Поэтому такая стабильная версия, на которой часто играют игроки. И, собственно, пока что здесь особо ничего такого нету. Сервер только... Я только вчера создал, поэтому я даже не успел толком ничего построить. Успел построить вот этот небольшой спаун. Вот такой вот мостик, в принципе, особо ничего нету. Ну, теперь более про сервер. Как я говорил, сервер стоит на хостинге. Ну, конечно, самый дорогой хостинг, такой как MyArena, я не могу себе позволить, так как доходы, можно сказать, тупо не позволяют мне этого сделать. Не буду скрывать, с YouTube я вообще получаю очень мизерную сумму. Очень маленькую. Ну, я не буду говорить точную цифру, но чтобы вы поняли... Вот, например, в своей группе, там, где я делаю оформление аватарки для страниц, баннеры и так дальше, я там за месяц получаю немножко даже больше, чем с YouTube за месяц. Вот это так, для сравнения. Точную цифру говорить не буду, в общем-то. Ну, могу сказать, что цифра очень маленькая, поэтому я не могу себе позволить там слишком крутой хостинг, но самое главное, что сервер стоит хотя бы на каком-то хостинге, это уже неплохо, как мне кажется. Вот. И, собственно, слотов здесь 50. На самом деле у меня тариф стоит на безграничных слотах, то есть я могу поставить сколько угодно, но, естественно, я этого делать не стал. Я поставил такую оптимальную цифру, как раз 50 слотов, ни много ни мало, как по мне такое, так скажем, стабильное число, чтобы как раз отлично подходит для того, чтобы иметь вот такой небольшой сервер, как мне кажется. Вот, собственно, что еще могу сказать. Ну, на сервере установлено много разных плагинов, которые сами по себе нужны для хорошей комфортной игры. Пока что нету никаких плагинов на мини-игры, так как онлайн здесь пока что небольшой, так как я особо еще сервер не пиарил, так понемножку иногда пиарю в разных группах. Не знаю, возможно, чуть позже сделаю, там, куплю пиар в какой-то группе, не знаю, там, на закрепленную запись, возможно, будет хотя бы не какой-то, там, минимальный онлайн, это уже будет неплохо, как для начала, как мне кажется. Вот такие вот дела. Собственно, что еще? Ну, давайте покажу, что пока что есть. Ну, вот такой вот спаун небольшой.
Я его планирую изменить, наверное, сегодня же, поэтому на тот момент, когда вы зайдете уже на сервер, когда я выложу это видео, наверное, уже будет другой спавн. Вот, ну, здесь что, обычный портал Вендермир, чтобы немножко повеселее было. Я там планирую, не знаю, пока что что сделать. Возможно, какой-то паркур, но не знаю, пока что подумаю. Портал в ад есть, естественно. Ну и небольшая чаровальная, здесь только 12 уровней. Немножко на новом спавне постараюсь сделать побольше спавн новый. Вот, ну и самое главное, это донат. Пока что донат довольно-таки дешевый, как мне кажется, как для начального сервера, в котором онлайн только будет пополняться, если можно так сказать. Как мне кажется, цены я поставил довольно-таки обычные. Вот, ну, самые главные виды доната — это VIP 60 рублей навсегда, Super VIP 80 рублей навсегда, Премиум 100 рублей навсегда, Креатив 130 рублей навсегда. Как по мне, цены довольно-таки оптимальные, и еще есть такое предложение, как первому покупателю доната скидка 50%, то есть VIP, например, вы всего за 30 рублей навсегда сможете получить, либо же Креатив там всего лишь за каких-то буквально 65 рублей, то есть это довольно-таки очень даже мало, как для креатива. Вот, пока что я немножко редактирую привилегии. Пока что у нас такая привилегия креатив, просто-напросто, можно сказать, самая обычная, то есть в каком смысле? Имею в виду, что когда вы получите креатив, вы его выключить не сможете. Я планирую отредактировать эту привилегию, и на момент, когда я выложу уже это видео, которое вы сейчас смотрите, наверное, будет целая привилегия креатив, вы сможете сами выключить когда угодно креатив, сами его включить, когда вам будет угодно. И вот, так же самое, наверное, сделаю еще вот с этой дополнительной услугой. Это услуга Fly. Вот, 10 рублей это навсегда, но если он будет вам мешать, в любом случае вы сможете обратиться к любому администратору, который будет на сервере, и просто написать, чтобы он временно выключил вам, например. Ну а с этим я также поработаю, сделаю отдельную привилегию, также VIP, Fly, немножко путаюсь, чтобы вы в любой момент сами смогли выключить Fly, когда вам будет угодно. Ну и еще такая дополнительная услуга, как Kid VIP. Это набор VIP-а, всего 15 рублей. Вот. Возможно, эта услуга будет заменена на какую-то другую. Ну, чтобы вы знали, в Kid VIP вот что входит. Вот такие вещички, как по мне, 15 рублей — это оптимальная цена, как для такого наборчика одноразового. Вот. Ну и пока что это все виды доната, возможно, еще будет доступный модератор и тому подобное. Вот, ну и здесь вы всегда сможете увидеть информацию о скидках. Я новый спавн постараюсь подобный на этот сделать, только немножко побольше, потому что здесь, как мне кажется, слишком мало места, это слишком маленький спавн. Хорошо, не буду много говорить, наверное, я уже где-то на минут 10 наговорил. В общем-то говоря, пока что из варпов есть только варп-чаровальня, но это вы уже поняли, наверное, что вас телепортирует вот сюда, и варп-донат — это вас телепортирует вот сюда. Ну вот есть такой варп, как PvP. Здесь вы... это PvP-арена небольшая. И здесь вы сможете посражаться с другими игроками. Вот, здесь есть небольшие такие правила, что запрещено там полет в зоне PvP, читы запрещены. Вот. Ну и также перед началом PvP вы сможете сложить вещи все сюда. Вот, и здесь посражаться в такой вот интересной PvP-арене. Строил сам буквально. Такая простенькая PvP-арена. Но, тем не менее, думаю, что вам она понравится. Вот. Ну, на момент, когда я выложу уже это видео, наверное, я постараюсь сделать еще какие-то небольшие ивенты. Типа там, на многих серверах есть такой ивент, как гора. То есть, стоит, можно сказать, большая коробка, что ли. Что-то в этом роде. И там на ней много люков есть. И первый, кто там по этим люкам запрыгнет на самый верх, получит какой-то приз. Ну, либо же будет три места, не знаю. Ну, такой ивент немножко неизвестный, наверное, но на многих серверах, там, на многих проектах он присутствует.
Вот, и еще, наверное, сделаю какой-то простенький паркур. В общем, постараюсь как-то еще кое-что построить. Вот. Ну и, в принципе, это пока что все, что есть. Вот. Время от времени я еще редактирую там некоторые файлы. Вот, например, только иногда... Пардон, только вчера заметил, что KidStart был недоступен. Сразу же это исправил. Также сама команда Warp, когда можете просмотреть список варпов, она также была недоступна, и сейчас сделал она доступной для всех игроков. Вот такие вот дела. Ну, в принципе, не знаю, что еще сказать. Впрочем-то, это все. Вот такие вот дела. Ну и теперь по поводу проекта. Данный проект, я, честно говоря, я не знаю, сколько я смогу продержать, но минимум 3 месяца я все хорошенько продумал, просчитал. И решил, что минимум 3 месяца данный проект я продержу. Минимум 3 месяца он будет работать. А дальше уже не знаю, как пойдут дела. Потому что я говорил, что доходы мне сейчас не очень-то и позволяют даже содержать на таком не очень-то дорогом хостинге. Не буду говорить цену, на которой... цену на хостинг, на котором стоит сервер, не буду говорить. Но, тем не менее, я думаю, что 3 месяца, как минимум, я продержу данный сервер, а потом мы уже посмотрим. Тем более, с каждым месяцем немножко, но все-таки получаю с Ютуба, поэтому я думаю, что смогу продержать данный проект, постараюсь как-то пиарить, не знаю, где-то покупать рекламу, чтобы немножко его развить. Вот. Ну и думаю, что на этом все. IP этого сервера будет в описании. Версия 1.7.2. Такая, напоминаю, стабильная версия. Вот. Поэтому обязательно заходите. Также покупайте донат, потому что каждая ваша покупка доната, можно сказать, что продлевает жизнь нашему серверу. Вот. И, в принципе, на этом все. Ну и думаю, что вам понравился данный обзор. Наконец-то у меня будет небольшой, но все же проект. Не знаю пока что, как будет с ним дела, потому что все-таки игроков здесь очень мало, несмотря на то, что я стараюсь максимально пиарить. Но, тем не менее, я думаю, что вот, например, будет 10-15 игроков там каждый день хотя бы как максимум онлайна. Это уже для меня будет небольшое достижение, можно так сказать. Поэтому заходите, обязательно играйте. Вот, еще вам будут небольшие подарочки. Если вы будете долго играть на сервере, естественно. Ну, а на этом все. С вами был Джейкоб. Обязательно заходите на сервер, IP которого в описании, как я уже говорил. Напоминаю название GC World. Ну а на этом все. С вами был Джейкоб. Всем удачи. И всем. Так, погодите секундочку. Всем удачи и всем пока.